Можно ли сказать, что первичная развертка от Творца или Абсолюта может выглядеть как иерархическая часть инструментария для работы сознания в виде время, пространство, информация? О, Жимада, так и есть. Ахиджумота Хирамашрамада, Хирамаса Джурбота Машихан. Абсолютно все голограммные модули работают согласно Димашрахода энергии, Димашрапата. Они закодированы в матрице, Машрахрабата работают именно так. А можно ли сказать, что цивилизация Хамиле фокусирует свое внимание, а значит наше восприятие, как зерен вашей цивилизации, на уровне энергии? Митра Машрапата, вопрос даже не нас. Сахидж Рубота Хира Масра Масакана. Работа ведется Дужу Машрупота повсеместно в поле Машракана Гая, Вселенная, Абсолюта, Башракона, неважно. Ли Митра Машра Мишрапаса Хрибата. Вопрос систем цивилизации, которые Дужу Мута Хира Машракана участвуют в активном поле системы Гая, да Масра Пасрапата. Они дают свои инструменты для работы и активизации. Ли Митра Машракана. Если ваша система сознания останавливается на формате нашей информации, Дужу Рубота Ухода, соответственно, вы в системе Дамашрапата расчетки матрицы наших кодов. Дамашра Машрахода. Значит, душа заказала опыт через наш свой форматированные программы Римистер Машрахарабат Хана осознать себя в этом мире и даже бутер и вырасти осознанно. Римишер Машрапат, но при этом дезработа. Это опять же заказ души, так Машер Машрапат, взять наш инструмент для того, чтобы осознавать себя. Еще один вопрос. А можно ли сказать, что создание разумного сердца и чувственного мозга это две программы, возможно, основных, которые позволят удобно перейти в четвертую? Дюжон Думашрабат, это здесь же работа Машера Хирамасахана. Если говорить о системе Дужамадахана, сердечного обихода, Хидужур Машрахода, к сожалению, система модуля программ ваших человеческих сегментов Думасрапарабата выстроена системой первой подачи чакры. Римишер Машрахарабат, и очень мало даются здесь работы формата раскрытия через четвертое поле Машрапата, то, что называется сердечной чакрой, а Лихтуру Башработа, только потому, что система изначально Люцифером создана Машрахана на плоских отношениях, Дужамута Хирамашрахана, поэтому формат системы человеческого сознания рассчитывается как некая Думасрапарабата. Любовь – это дива-шрихода, плоская связь, которая дает вам свои коды. Римутра-машра-мишрипата. Что происходит в четвертом уровне сознания дамашра-машрипата? То есть система любви рассчитывается уже в более активном состоянии парихи дамашрипата, что дает возможность матрице рассчитать более высоковибрационные качественные работы программ. Римутра-машрипата. Система человеческого ресурса включается в более ресурсное состояние хидамашрипата, что дает поле активизацию машрипата. Любовь рассчитывается уже в форме бодхабасрахана, более глубоких ходов, тумашрахана, качественного состояния системы проработки энергии, дамашрихода между взаимодействующими полями. Дохту Масрахода, а Джижирота Хирмасрабада и Гирпичрабада. И вопрос в том, что Римас и Джимотра Машрахана, что такое любовь, она у каждого своя. Химашрахана, раскрытое сердце, то же самое. Риндухота Мошрамода и Римашрабада. В каждом своем уровне сознания рассчитывают именно то состояние Эхада Машрабада, которое по уровню осознанного модуля матрицы рассчитывается в полях. Небольшое дополнение. Возможно ли чувствовать мозгом? Мита, нет. Дижи Машрапата, мозг это программа. Римишрахурбошра Масрахада. Программа ума Дизижукода Мишра Машрапата Дебасакан. Это заложенный спектр программ матрицы, который дужи мотор-работы с вашей энергией активно работает как программный модуль. Римитра Машрахира Масахана. А что такое мозг? Дубушрапот. Это те знания, которые Машрапатрапата в матрице активизированы согласно вашей мембраны. Римитра Жубота Хира Машра Масрапат. Это лишь инструмент для того, чтобы вы здесь существовали и активно работали в этих программах. Можно еще? Говорят, если поставить атлант на место, то расширяется сознание. Так ли это? Дежунду Машрамосрапата Хирабата. Есть в этом смысл сути Дужурбота Машрахарабата Дзакиршбата. Во-первых, Атлант – это система вашего эфира, это ваша система Дужумотахана, вашего чипа и носителя, где заложены все программные модули вашей голограммы Дамашрапатарапата. То есть в чем и задача воплощения этого ресурса. Ритуху Мосахона, соответственно, Хир Машрапата Хирабаса Дужукода. Если на физической оболочке система Римашрахарабатахада где-то в энергопотоках Дужумотрапата не заактивизирована, Хир Машрамада не дает активную поточность через центры, через мембраны, через меридианы, Дамашрапашахан, соответственно, все программы, они не раскрываются до Жирбошрапотрапата. Если правильное нахождение системы модуля, Дамашрахода, естественно, дает раскрытие Дамашрахана в вашем осознании. Ари Дамашрапашрапата, поэтому правильное расположение модуля системы, оно несет за собой суть, значимость их и Дамашрахарапата и активную работу. Надо ли реагировать на негативную эмоцию и как правильно, чтобы не понижать свою энергетику?
Рима Шрима Асрабата, все зависит от сознания. Худужу Мошахира Масрама Шрипата. Вы же осознанные существа, дуже курбута Мошрама Шрипата. Вы вырабатываете эмоции. Химашрапат, вы работаете за счет энергии полей эмоционального актива. Думашракана, так заложены ваши программы. Рим дуже Мотахира Масрабита Хата, дуже Коду Мисри Машрахана. Естественный процесс того, что вы эмоциональные существа, дуже Мошрапарапата. Здесь вы это урмосухонный происходит выработка энергии. Лими Сирима Шрахана, вопрос вашего сознания, насколько ту или иную ситуацию Думашрахана сознание воспринимает так или иначе. Лими Шрима Шрахода, если вы выходите в низкие поля, Дима Шрима Шрахана, а каждая душа проходит опыт для того, чтобы наработать материал, а Рима Шрима Шрахана работает Машрапата, и каждая душа приходит для того, чтобы отработать разное ресурсное состояние энергии, Худу Жума Шрахона, низкие, средние, высокие поля активности, а Рима Шрахота Хармасра Парабата, Тишрапата, эти сценарии тоже также заложены, хуже Ботрамина, но уровень сознания Дима Шрима Шрапата, а это ваша вибрация, опять же, скажем, это уже работа Мишрима Шрапана Хана, зависит от качества систем состояния вашей работы. Рима Шрима Шрахота, либо вы уходите в эмоции, Машрапата, отрабатываете низкие поля, деструктивные сегменты, Рима Шрахода, Рубасрапата и активно негативные программы, страхи, дужботахоны и прочие программные модули отрабатываете в системе поля. Рима Срамада, либо вы осознанно воспринимаете Рима Шрапата Хана, понимаете для чего, зачем и как. Рима Трама Шрахана, в этом и задача дужмошахурбота Хана, отработав эмоциональный материал системы с разных программ, дужработы, низких и средних, высоких, и масрахурбота вибрационных полей. Рима Шрамашрапата Хана зависит от уровня вашего сознания. Рима Срахода, вопрос наполнения чеки вашего поля. Хима Шрамашрахарбата Харбата, а система осознанного состояния в модуле проработки зависит только от вашей вибрационной величины, Думашрахана, то есть от вас. Крым, гора Четырдаг дает очищение и подачу, проводит частоты поля 4. Зима, ты еще раз повторите. Крым, гора Четырдаг. Риндро, работа би-би-би, держу работа кермашри-би-би-би, держу матермасахожу работа машеркана. Один актив, держу работа машеркана. Система создана для отдыха, тут зарубо шерхона, для подачи в активности в поле территории. Димашрамашрапата, созданная система для людских параметров, проживающих в этом сегменте территориального округа. Димашрамашрапата дает свои плоды именно в энергоподаче, рамашрахана, ресурсная до полей. Благодарю. Если нам известно, что ченнелинг с Люцифером возможен, то есть просьба и обращение к Камиле сделать отдельный семинар ченнелинг с ним. Мы думаем, всем бы было интересно пообщаться с нашим непосредственным создателем. Также было бы интересно узнать его воплощение на Гае, хотя бы из тех, которые мы знаем по ходу земного обихода. Лима Шиндужуана Хирамаса Дижибасра Харабата Дужибота. Система позволяет работать с разными контактерами, и думаю, что их работы в этих полях имеются системы мастеров, которые активно работают в этом Басрахарабата, в этом ресурсной программе. Хиды Дужибот Рапаты контактируют, думаю, что их работы имеют взаимосвязь в этом поле. Ринды Дужиробот, Диды Закамашра Маса Харабата Хана. Просто у каждого системы Думашрахона учительского хода свои системы Думашра Машрахана, инструментов, ходов, мастеров и так далее. Ходу же можешь работать Хирамасрапата. Поэтому сказать о том, что Диды Дужибошрахона мы можем переподключить Ирину Дымашрапата Хана и дать вам информацию до Зарубота Хана. Это просто не ее поле, Рима Шрапата, это не ее работа, Дымашрамашрапата Сахарбата, поэтому есть ресурсная система состояния, которые Рима Шрамода Хана активно работает с Люцифером и дает информацию. А инструменты Люцифера это какие? Мишрабата, также контактер мастера. Дижима Трибаса Рахода. Всех благ. Будьте здоровы. У меня очень важный вопрос. Добровольный уход из жизни является запланированным уходом, или человек может как-то это сделать? Он дежурмота хиромасра межрапата. Вы получаете сигнал дежурбошермодрапасрапата, что я, дизабота, не вижу смысла в этом бытие, у меня потерянный интерес, рамашрахана, хочу уйти из этого поля. Римашрапата, вам сигнал посылает кто? Машрахана, приходит мыслеформа, соответственно, высшая я. Римашрамашрапасрапата, это чисто закодированная система дежурмотахана, это опыт души, который запланирован в сценарии. Римашрамада, дабы выйти из этих полей через эти ходы активности. Римашрамашрапасрахана, поэтому каждая мыслеформа, которая поступает в сознание, хидамашрамашрапата, это система. Система вашего состояния поля, хода Машрапата. То есть вы обладаете каждым информационным полем, Машрапата заложенным сценарием, ты можешь работать, сценарий прописан во временном поле, Римишер Машрапата, что дает возможность вам существовать. Римишер Машрапата, у каждого заложен выход времени, до Машрапата его не изменить, их это Машрапата. У всех состояние системы ресурсных инструментов даны для того, чтобы выйти из этого пространства, Римишер Машрапата Хана. А тот сценарий, который заложен в голограмме системы информационного поля, зависит от того модуля высшего я, Машакана, который запланировал вам при выходе этого пространства.
Для матери, если это сделал сын, это тоже является запланированным? Мошер, Машер, Битезир, Башрахана. Конечно, да, каждое событие, оно несет за собой суть и значимость. И Машрахан не только для души, души Мошерхода, но и системы событийного поля, Римашрапата, воплощение разных душ, которые в системе голограммы являются активным сегментом. Души Башрахана для активной работы. Римашр, Мошерхан, естественно, если мать и Машрапатхан наблюдают эти состояния Думасрапата и выводит активные вибрации эмоциональные Думашр, Башрапата, значит, душа заказала такой опыт через эти программы. Программы пройти эти пути активности, дабы наработать в ячейку материал. Хира Машрапана Хада. Нет плохого, хорошего. Думашрахада Бисер Машрахана, как распознают ваше сознание. Рима Шрапата. Есть поле. Хида Машрамашрахана. Есть система задач перед системой душу моды. Каждой души наработать модуль. Лихматра Машрахана. А модуль — это энергия. Рихута Жуботера Машрапата Рапата. Вам дают систему сознания голограммы, дабы рассчитывая самостоятельно Думашрапата, вы ведете этот сценарий. Рима Шрамашрапата Рапата. Поэтому каждый из вас идет по четко запланированному плану событий. Рихмашра Машрапат, у каждого свои временные системы состояния, хидажра Машрахана, и в том числе прописанные заболевания и выходы событий. Дизайн человека, какая плотность выдала этот материал, и желательно какая цивилизация видит? Режим Дужумота Хидмашра Масрапата Хидажикана. Это новый инструмент, который дает возможность активно открывать сознание. Режим Мота Машрапата. Формат системы инструментов и Дужубодрахана больше подходит для переходящей системы души, Дубошрахона, и для системы душ четвертого формата в обиходе. Лиду Хурмашра Масрахарбата. Это действительно цивилизации, которые дали инструменты Хурбошрабодрапата для расширения вашего осознанного модуля. Рима Шермада. Используя его, информативное поле достаточно ресурсно считывается вашим сознанием. Хидмашрахана применяете, считываете параметры Рима Шермашрапата. А активно осознанности дает Рабошакон, активный результат, эффективность поля. На последнем ченнелинге по цифрам, на пятерке, в конце ченнелинга вы сказали, что если дата рождения заканчивается на ноль, это последнее воплощение на грани. Это означает, что обнуление всех ресурсных программ на это воплощение с датами, приходящими в эфире, Думашрупострапаты заканчивает свои поля актива. Римашрумбот, это действительно так, Думашрумашрахирамашрапаты, если вы в дате рождения имеете последнюю цифру 0 и Машрумашрахана, значит программы ресурсно проработаны, обнуленные в состоянии Машрупата для выхода новых состояний в ресурсе Абсолюта. И значит уровень вашей вибрации десятки тысяч раз выше человеческих сотен. Значит ли это, что все вопросы, которые мы вам задали, вы уже знаете? Дежурмашра Мада Хирабат, у нас лишь есть доступ в базы данных и Машрапата ваших информационных полей. Хидежурмота Хирамада, знать все невозможно. Римишрамашрапат, несмотря на то, что мы Дежурбота Хана, сознание высокого уровня, Дежурмашра Хирабат и Писакина, у нас есть более активные возможности для того, чтобы Дежурмашрапата с низкими полями активно прорабатывать Уржакона в вашем модуле. Римишрамада, у нас есть свои задачи, Дежурбота Масрахана, вас направить в Хурмасрахона и повысить уровень активности Гая, Дежурмашрахана в энергополе. Римишрамашрахана, соответственно, что мы должны делать для того, чтобы поднять Рамашрахана, а коль вы самый ресурсный инструмент для того, чтобы энергию вырабатывать. Римастер Машрахан, наша задача поднять уровень осознанности вашей, Машрапата. Соответственно, чтобы вы в матрице взяли более глубокие программы Машрахана, качественно проходили житие для себя, Римастер Машрахан, и вырабатывали активный модуль энергии Машрахана, качественную энергию. Римастер Машрахан, не уходили в деструктивные эмоциональные сегменты, вырабатывали негатив, страхи, уходили в деструктивные программы, тоже мотор-роботы, пить, курить и так далее в обиходе. Машрахана, что наблюдалось последние годы с вами. А Римастер Машрахан, выходить на более ресурсное состояние Химастер Машрахана, чтобы ресурсно существовать. В первую очередь это физическое состояние оболочки, Римашрапата это энергомощь клеток, Думашрахана клеточной мембраны, Римашрапата Рапата. И естественный процесс, который мы вам выдаем в информации, Думашрапата, это те системы инструментов, которые даются вам для работы, чтобы активно существовать. Римашрамашрахирапата. На самом деле мы не Думашрапатахан, не делаем глобальную работу, мы лишь направляем Духурбошрахона, дабы всем существовать активно в этом поле. Риндухутамашрамата, здесь же работа Машрапата. Мы не обладаем знаниями Духурбошрапата, у нас есть лишь доступ к матрицы более высоковибрационных ресурсных полей программ. Римашра Машрахана, поэтому у нас есть возможность считывать ваши голограммы Дыхмашрапаты и давать вам поле направленности для того, чтобы вы активно существовали. Мария Егорова, Lucky Dream, которая здесь в Санкт-Петербурге преподает осознанное сновидение, насколько Андижон Дахирмашер Миды Зукужермата, Дермасрапата, Зиркурбосрамода Хирмашерпата, Дусипина, инструмент тоже третьего формата, рабочий в активе, Дежурбошма, одно сознание рассчитывает Римашер Курбота по минимуму модулей, Дамашрапасахан не больше 3%. Здравствуйте, школа Лискурбос, слушай свое тело. Режим Матрапата, известный ресурс, Машахурбот, как истинности с чистым. У режима Бота Хармада по третьему полю 24, уже Бота Хана по четвертому 41. А с какого уровня? Римашахон, седьмой планетарный. А как работает инструмент? У Джимашра Басрапана Хирабата расширяет сознание поле активности Рожера Бота Хана для формата третьего, четвертого Башракона, поле души.
Вопрос такой. Насильственный уход из жизни с физической жуткой болью. То есть, допустим, там, пытки, научительная смерть, сжигание тела. Медицин Дужумотра Машра Хирабада. Чаще всего проходят души, которые рии Дужумоты Хирамасра Масрапана, а активно работают для того, чтобы Дужумоты познать низкие вибрационные активы Дужумашрапата. И этот выход запланированной базы Дужумашрапасакан дается для того, чтобы проработать ниже работы низковибрационные деструктивные системы актива поля Хидамашрамашрапата. Но это опять же души, проходящие опыт, приходят сюда Дужумашрапата, дабы... Оди Машрахарабата, воплощаясь после животных, либо сути существования. Хина Машахана познать этот мир иначе, и даже Машахона пройти низковибрационное поле. Действительно, такая жуткая боль, допустим, от сгорания, как вот дети сгорали, сгорели, да, там, медленная смерть, что действительно такая жуткая боль, или это программа? Мишра Модахана, смотря какой формат Хиджумашра Харбатакана, бывают выстраивают голограммы для того, чтобы ресурсно энергоноситель Хармашракана вырабатывался массово, Джукуру Бутахина. Поэтому вам выстраивают голограммы в виде разных насилий, Машрахона, войн и прочих активов Думашракана, дабы ресурс системы энергии поля поднять. Рима Шрахода Бата. Поэтому массово запускают программу Джукуру Мода, дабы энергию выработать через человеческие фоны. А сама жуткая боль существует? Диджи Масрамада, это все программа. Диджи больше рахода, боль это программа. Думаешь, рапасарапата, хоработа выстроена на программе ума. Значение цифры 19. Диджи Матрахана, Диджи Бутахана. Как познаете основу Дузру Бошрахона, так сможете рассчитывать голограмму. Рима Шрабата, не торопите события в системе цифрового элемента рассчитки материала. Хамашрабата, каждая суть системы цифрового кода Амасапата несет систему значимости в обиходе Хиджи Бошрахона, Бошрахона, Дубасра Мишрапата. И почему мы постепенно даем цифровые модули и носители по информации Машрапата? Потому что это великие знания. Рима Шрабата, пока вы не адаптируете материал одного сегмента Машрапасрапата, нет сути переключать на другой формат Рима Шрабата, дабы коды не будут усваиваться вами. Римиша уже работает. Вы же в школе и до Машрахана 2 плюс 2 считаете постепенно. Машрахана сначала изучаете цифру 2, потом плюс, потом еще 2. А лихо тоже работает Машрахана. Здесь точно такая же работа ведется в полях у тоже Масрапата. Для того, чтобы ваше сознание включились, Римиша Рубаш Рапота осознанно прочитали матрицу до Масрапата, дабы себя восполнять далее, до Машрахана работать активно с этим полем. Рихотру Мошер Мосахада. Поэтому постепенным модулям мы выдаем информативные системы созидания Хида Машрапата для того, чтобы ваша усваиваемость была мембранная Хида Машрапасрапата, и вы смогли распределить определять поля и рассчитывать эти голограммы. Благодарю. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Способствует ли растение айваска раскрытию потенциала и приходу? Режим Дужумотри Мишра Масрапата, Дужурбота Хана. Структура запущена цивилизацией, достаточно сильный модуль. Запустили Хиджумота Хирамашра Масрапата. Система Дужумота Хирамашрапата имеет действительно в Дужурбота активный модуль программ, который Римишра Мадахана дает возможность сознанию раскрыть более расширенное состояние матрицы. Римишра Масрапата. Что происходит? Хирамашра Хана, когда вы вкушаете это растение, Хидамасра Масрапата Мисрипана, у вас раскрывается уровень системы осознанности Масрапата, у вас есть доступ к голограммам разного кода, Римишра Курбота Мадахана, планетарные составы, дух тоже работы Мишрамашрапата, и система матрицы позволяет выйти в эти пространства. Одужи работы Хирмаса, Дижи работы Мада. Инструмент отличный, Дмушрамашрапасрапата, но требует очень много энергозатрат. Римашрамашрахана. Поэтому если вы ресурсно подготовлены, Хидамашрамашрапата, Хида, и у вас поле созрело для того, чтобы Римашрапата использовать этот инструмент для работы своего расширения сознания, Хидамасахана можете смело использовать. Но должны знать, что Римашрамадахана, что этот система инструмента требует особого внимания именно энергозатрат. Работы Мада. Коли вы будете использовать этот инструмент, Рамашир Масахана, все силы уйдут туда. Громче говорите, не слышу. Имела ли моя душа земной или планетарный опыт? Мишрабата, Рабата, это же мода. Нужно индивидуально рассматривать коды. Машрапат, нужны ваши даты рождения, фамильный ряд. Я сейчас не буду индивидуально, следующий. Здравствуйте, у меня такой вопрос, я не знаю, может быть, не частотный. Подскажите, пожалуйста, вы говорите, что деньги, да, это деструктив, созданная программа Люцифера. И одновременно, вот, чтобы нам сейчас переходить, да, на уровень выше для развития, нам необходимы как бы деньги как инструмент. Лима Шрамада, немного не то понимание, Хида Машрапата, мы обоснуем, что такое денежный носитель. Хида же Машрапата, Хина Люциферов Жрапоты. У вас изначально создатель Люцифер, Машрапата Хана. Это некое сознание, которое создало вам эфирные базы до Машрапата для того, чтобы вы активно существовали. Рима Шрамашрахода, вы в голограмме, вы в программе. Риду Хурмашрамасахана, за счет программ вы работаете с помощью энергии. Хида Машрапата Хада, энергия до Машрамасрапата, до Жукона, как основной инструмент, это денежный носитель у вас в поле. Рима Шрамашахана, возьмите любую программу до Машрапата Жукона, все связано с деньгами.
Рима Сырмадахана, любая программная система обеспечения НИИБЖКОН несет энергию денег. Машракана, так заложена матрица и программный модуль. Рихмушер Машрапота и Люцифер изначально написал эти модули до Машрамадахана как активное поле для взаимодействия структуры этих программ. Дожурбошрапота, Дамасрахида, и вы в этой голограмме работаете через этот актив, Тамашакан, через этот инструмент, Хутужу Машрахона, дабы восполнять себя в этом поле. Римутру Машрапата, но при этом все энергия, Дамашра Машрапата, денежный носитель Дужимотепата тоже имеется энергопрограмма. Римуша Машрапара Басахир Машрахработа Хада. У каждой своя суть проработки через этот инструмент, Хутужу Машрахода, и в большей части это кармические коды Дамашра Масхана, дабы вас выстраивать поля, это Хутужу Ботахана. Поэтому вам дают дыры, безденежье, Дамашра Машрапата, особенно в третьей программе Дужимота Хада дают такие системы состояний. Лимаша Мадарапата. Для чего это дается? Для того, чтобы душа осознанно росла. Римаш Рамада через этот составной инструмент. Римаш Рамашрапата Хирабасрахана. То есть вам образовали дыру, а Дамашрахурбота Мишрамасрапата Хана. Сознание начинает задуматься, что дальше делать. Римаш Рапата из матрицы берет другие программы, осознает, Машакона применяет, проходит опыт. Рихтру Машрабосрапата, и таким образом Дамашрапота осознание растет. Римаш Рамада. Но это сам основной активный дэшбот инструмент в поле Дамашракана, который дает возможность вам активно существовать, у Машакона работать с разными голограммами, матричными кодами, и Дамашрапата Хана является сутью у вас. Я хотела в дополнение немножко другое спросить. Вот смотрите, то есть для того, чтобы мы, например, развивались, да, повышали свои вибрации, нам обязательно надо вот ездить в различные места силы, вот эти вот посещать. Римуш Рамаса Дежиротах и Рамас Рамасрапата. К сожалению, система энергоресурса вашей базы настроена так, что Дамашрапата, вы со временем с каждой секундой изнашиваетесь. Римуш Рамасрапата, вы выдаете энергию Дамашрахону, вы общаетесь с людьми, с фантомами, с программами. Римуш Рамашакан, вы тратите энергию. Дамашрахон работает Масрапита, но при этом вы не восполняете актив. Дамашрамашрапата, вам дали массу ресурсных состояний программ внешнего носителя, который Машрапотахана является дополнением для вас. Сахирамашрапотахрабата, это эгрегор систем Дамашрамотахана вероисповедания. Дамашрапота, это чакральные горы, которые выстроены в системе Гаи. Римаш Рамашрапасрахана – это ресурсные инструменты, которые дают вам возможность Дужимота активно существовать через энергополя. Римаш Рамашрапата – основные энергополя – это система Дужимота Хона, энергия системы Земли. Римаш Рамашрапата – энергия воды, Машрапата – энергия Солнца. Римаш Рамашрапата – применяйте, восполняйте их у Дужимашрапасрахана, потому что человеческий сегмент так или иначе выстроен так, что Дамашрапата, вы идете на форму истощения Божрахона, изношенности своего формы. Римаш Рамашрапата – со временем вы в любом случае истощаетесь, ваши клеточные мембраны, Машрахона, ваши физические тела. Римаш Рамашрахана, соответственно, эфирное состояние. Римаш Рамашрахана, у вас же заложена в уме программа, что вы ухаживаете за своим физическим состоянием каждый день, Дужимота Рапасрахана, вы себя умываете, Римаш Рамашрахира, Басет Дужукоды, Масрахана, ухаживаете за собой ежедневно. Римаш Рамашрахана, эфирное поле требует то же самое. Римаш Рамашрапата, отдали энергию, нужно получить. Римаш Рамашрахана Хирабата, понятно, вы в обменном поле, Хидужимаш Рахурбота Масрапина, Дамашрапата, вы даете, принимаете, Димаш Рамашрахана, но ресурсное состояние систем программ, Римаш Рамада, дабы закрывать вас модули системы, Димаш Рамашрапата, потому что вы временные существа на этом воплощении. Римаш Рамашрапата выстроен так, что каждая секунда несет систему истощения. Римаш Рамашрапата, но для вашего качественного прохождения пути, даже работы ма, для того, чтобы вы энергоносители были, это время, которое дано вам, а массаж работы Масрапата, вам нужно над собой работать. То есть, например, если прожить всю жизнь, не выезжая из Санкт-Петербурга, то есть поднять вибрацию до максимума там нельзя. Здесь же Мастер Мосрапата Хина. В Санкт-Петербурге есть тоже эгрегоры, которые дают вам активы. Дамашрапата Хана. У вас активный эгрегор системы православия. Дамашрапата – это самый ресурсный инструмент для работы в этой базе. Хирамашрахода. И на каждой базе в системе территории, у кого нет возможности выезжать, Машрапата по кармическим связям, по разным системам, структуру программ, Римаш Рамашрахана. В каждой абсолютной территории выстроены сегменты состояния и подачи. Машрапасахана. Абсолютно каждая территория имеет свой эгрегор, Машрамасрахада, это либо вероисповедание, тоже Машрахурбота, либо какие инструменты в виде гор, Римашрамада, либо других носителей, которые дают систему Басахона, пополнение этой территории. Хидамашрапата, соответственно, и вас. Ухожу Машрахона, вы же не просто так воплотились в определенную территорию, Хидамашрамашрапата, Хирабата, у вас выписана голограмма именно на этом формате. Римашрамашрапата, Мада, значит, тут из боты в каждой территории Масрапата имеется форма очищения и пополнения. Хмасахана используйте так. И последний вопрос. Вот подскажите, пожалуйста, вы иногда про одного человека говорите, что у него истинность, ну, как бы подача его информации, разные проценты. Римаш Рамашрапата, в зависимости от формата поля, хуже Римаш Рамашрапата, потому что осознание системы считки программ Дамашрахана, от формирования сознания, оно разно. Римаш Рамашрахана, так как вы находитесь в переходе, Хидамаш Рамашрапата, уровень системы душ, они и душу Мотохурбота процентом отношений меняются в обиходе. Римаш Рамашрахана, а мы лишь говорим среднюю величину душу Мотохурбота, которая дается по осознанному полю третьего-четвертого формата. Римаш Рамашрапата, согласно переходящих душ. Спасибо.
Какое значение имеет место рождения человека? Машрабата прямое. Даже работы хиры мастер машахур ботахина. Во-первых, система Думасрахана просто так на определенную территорию не приходит. Реже работы хиры машрапата приходит система состояния хиры машрапата своей голограммы для того, чтобы проработать определенные ресурсные программы. Римаши Машрахана, вы в матрице, Дижи Мошер Машрахана, вы приходите с кодом проработать Машрахана на определенной территории с определенным эгрегором. Римитра Машрахана, вы не просто так в Санкт-Петербурге, Дижи Машрахана проживаете под Азербайджаном. У вас тут сильные поля, сильный эгрегор. Римаши Мадахана, значит, душа заказала систему опыта пройти определенные программы и через эгрегор носитель насыщать себя. Риту же коду Масахана, поэтому определение системы территории каждой души на Машрапата это сформированная программа по сценарию. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, прожить в любви и приятии, не испытывая боли. Бидагана, это возможно, дуже рубоса Масрапата, но дижи рубоса пата, для того, чтобы эти возможности были велики для вас, и Масрапата, и рассчитывались матрицы как система осознанного модуля, Рима Шрапата, к этому нужно прийти. Ходу же Масрахана, мы еще раз повторим о том, что для каждого любовь своя. Рима Шрамашрахана, в каждом времени свой формат системы состояния матрицы дуже бота, как программа любви, рассчитывается в осознанном модуле. Рима Шрамашрахана, кто-то уходит в безусловную любовь, и Масрахана понимает, что это дуже бота, высшее наслаждение поля. Рима Шрамадахана, а кто-то по ходу Масрапата любит супругу до Масрапата, это достаточно для души, чтобы идут за работы, познать это поле, сформировать это Масрапата, свой уровень сознания. Риж работы, Мишрапата, Демасрапа, Шрапата. Но уровень систем состояния любви, он тоже разный. Хирабашакана, опять же, зависит от вашего осознанного модуля, от вашего состояния сознания, Римишрахона, от вашего вибрационного актива. Можно узнать, насколько благостна для нас водородная вода, и всем ли она показана. И в частности, меня интересует генератор водорода Паина Корея. Зижун Матара Машрапата Сархирабата, вы даже любите. Наверное, каждый из вас замечает, что вода разного формата выходит сейчас в информационные активы Дамашра Машрапата Карабата. Вам приходят разные системы состояний, дижибота этой программы, хида Машрапа Срахана. Опять же, для того, чтобы сформировать дижибота ваше энергополе и помочь вам Дамасрахана активно существовать. Римашра Масрапата. Самая эффективная вода, естественно, природная, Дамашра Жукурбота. Если вы ее будете использовать тало, естественно, она даст вам больше вибраций, больше энергии для поля системы мембран клеток, Дамашрапата, что восполнит вас. Масрапата, Дужимотахида. И эта система, она одна из Дужимотахана новых систем, которая дает возможность активизировать мембрану кристаллической решетки системы воды, Дамашрахана, как программного модуля Машрапата, дать вам возможность восполнить клеточную мембрану. Римишрабата. Для чего Дамашрахожа работа? Когда система начинает активно вырабатывать энергию, Дамашрапата, клетка начинает активно работать, соответственно, Дамашрапата, физическая оболочка не требует активности базы для систем состояния Машрапата, содержания физической оболочки. Римитра Машрабасахана. Тем самым вы будете помогать себя, вот потребляете Дужимоды воды, разные формы, Дамашрапата Хана используют разные источники систем инструментов для того, чтобы ресурсно восстанавливать себя и держать больше хода. И это в том числе вода, которую вы назвали в обиходе, Химашрапата, она имеет систему новой формулы Дамашрамашахана, которая дает возможность клетке активно существовать и ресурсно поднимать ресурсное состояние клеточной мембраны. Римашрапата используйте, система блага, система нового формата, Рамашрапата Гарабата, цивилизация высоких полей выдали материал, держать больше хода, поэтому Димашрамашрапата, новый формат программы только во благо. А вот конкретно про вот этот генератор воды Пиана Корея. Режим дуже мотра Машра Мисрапата. Новый инструмент, который дает благость для человеческого сегмента, Машрапата структурирует воду и дает системе мембраны Хирамашракана активизацию для клеточного актива. Наше высшее я прописала для нас сценарий жизни, поэтому все, что не происходит, я как понимаю, нет смысла негативно на это реагировать. Я понимаю это. Каждая система сценария, она имеет суть и значимость. Хуже мотохирамашрахода и мисирамашрапата. Вы идете только согласно сценарию. Римишрамашакана. Каждое событие заложено для того, чтобы формировать поле, активизировать хидамашрахурбота масрапита и активизировать систему состояния вашего сознания. Римотрахурбота, а дижикурбота он дух эмоций, дижиматрамасрапата. Ни одно событие не приходит просто так. Лимашрамада, взаимосвязь людей, дужимашрахона, взаимосвязь с программным модулем машрапата, ваши эмоции, ваши поля, рихту Ботра Пашапата. Это все событийные ряды, которые заложены для того, чтобы вы активно существовали. Римис и Мада. Нет плохого, хорошего. Домашрапата и Рапата. Нету системы Дужимотохурбота, Хада, Битахан. Деструктивной проработки активности мембраны. Хидажу работа Индидамаса, Хидажу работа Машрапата. Есть система поля в ваших системах и Домашрапата Хана в ваших сценариев. Ридажу работа Хирамасра Мишра, работа Пасахана. И Высшая Я не просто так заложила каждое событие для вас, Дужимошрахода, потому что событие системы кода, оно несет за собой суть и значимость Машрахарабата по мере раскрытия каждого состава.
Рим Шерхода. Пришло событие, Дома Шрамашаханова отработали ресурсы Мошрапата Масрахата. А ни одно событие просто так не приходит, Рима Шерхода. Вы либо обнуляете через формат поля Мошрапата, дабы осознать и пройти в новые ресурсные программы Рима Шрамасрахата, либо трансформируете систему осознанного модуля. Рима Шерхода Бада. У каждого свой опыт, у каждого свой сценарий, Дохута Машрама Срахана. Но каждое событие несет суть и значимость для каждого из вас. Я договорю, тогда какое было, скажем так, высокое или низкочастотное энергии быстрее заполняется ячейка? Рима Шрама Асрахана, тут важен объем. Дужикой Дума Шрама Шрапата Хида. Если вы работаете в низкой частоте в формате актив Дума Шрахана, постоянно на негативы, на эмоциях, Мошрахурбота Хана, всем недовольны, Рима Шрапата, вы вырабатываете энергию при этом. Дужи Мошрапата, но вам нужно собрать очень много для того, чтобы пополнить ячейку свою. Лив Мошрапата, то есть низких полейдах, Масрапата отработает эмоциональных, и Дужи Мошрапата идете на износ, Масрахана работает на истощение. Рима Шрама Асрахана, либо вы через осознанный модуль Рима Шрахана вырабатываете положительные эмоции, идете в формате системы качественной проработки матрицы Дума Шрама Асрахана, то есть испытываете благосостояние эмоционального актива, Рима Шрапата Хода. И, соответственно, вы повышаете свой модуль Дома Шрапата Хана, вырабатываете качественную энергию, высокую вибрацию Дома Шрахана, и пополнение более ресурсно становится для вас. Владимир Постовал, Тамаса, Санкт-Петербург, дизайн человека. Режим Дужу Мотра Машра Хира Масахана. Седьмой планетарный актив Дужу Бостра Харабата. Система выходит на четвертое поле и уровень активности дает Бушр Бостра Харабата новые возможности для осознания и раскрытия модуля. Рима Шрапата, посланный мастер для инструмента раскрытия ООД БАДа, расширения вашего осознанного модуля. Хида Башрапата, ресурсная система для переходных и Дужу Матахана и душ четвертого формата. Как быстро и эффективно освоить иностранный язык? Машрабату это же какие-то забаты, у каждого своя работа. И машрамаса это уходы. Каждая душа выбирает опыт, и машрапата взять ту или иную энергию через систему проработки программ. Душа кожу будет иметь сихины, и, соответственно, система состояния актива. А лидер кожу будет свободы зависит от вашего состояния модуля программного обеспечения. Хида машрапата, что прописано вам. Рима шрамаса архирабата. Если душе душ работы дается программное обеспечение в расчетке модуля машрапана иностранных языков, соответственно, рима шрапата, душа запланирована в систему событий, и даже будет пройти этот опыт, и машрапата ресурсно взять поля энергоактива. О, даже работа. И Мидра Масрапата, кому-то не даются языки и вовсе, потому как не прописана программа Дума Шрахана. Поэтому сколько бы вы ни старались, вы ни до работы хона из матрицы не возьмете. Эффективные методы Любовь Николая и Денис Мидра являются ли эффективными? Здесь Зиндужу Мотра Масрапана, здесь же Отихина. Они вообще не видят это поле. Может что-то еще есть по информации? Николай Леготкин, Санкт-Петербург. Развитие памяти. Зимушевый мита. Ягодкин. Да. Линдра Тербасы Бата. Санкт-Петербург инструмент какой? Обучение. Да. Мы еще работаем, где Маша Хирата, тоже когда. Дуже он тому еще ходит. А режиру же корбота иди басархира же работа машранда тц башрапаса хада дзузы хада. Третий формат системы программ, дуже рубосы пада ресурс на 7% активность сознания. А Денис Миллер, да? Ежу мотропата, чуть повыше поле машахарбата, 13 в активе, третий формат. Добрый вечер, Ирина. Приветствую вас в реализации Хамели. Позвольте задать себе два вопроса. Первый. Учение ритмология Евдокия Марченко. Режим Дужумота Хиромасрапата. Система нового инструмента, который дает возможность Дымашакана очищать структуру и осознавать систему. Дужумота Хиромасрапата более активной в форме созидания. Хида Машрапата Хана. Ресурсный инструмент и больше подходит для четвертого формата. Машрапасрапата только входит в поля. Второй вопрос. Очень из-за многих источников идет информация от Ванги, от Эдгара Кейси, разных предсказателей о том, что за Россией будущее, и по уровню души мы как бы, и вы сами говорили, ну, по крайней мере, я так слышал, лидирующие позиции занимаем. Лима Шрабата, это действительно так, тоже работа Хиромастер Мисрабата. Почему мы и Дима Срапушра Хода через контактеру Ирину начали с России в обиходе Машрапата Хада строить разные системы активизации полей информационного поля, тоже работа для развития хода. Рима Срамашрапата, потому что сильный эгрегор в первую очередь уже работает, дает вам Дима Срапасарапата, а активность раскрытия мембран системы матрицы. Рида Жрубота и Россия в системе обихода как энергоноситель емкости Гай, Дима Шрапата является самым ресурсным. Дуже работа Хода, во-первых, работает с программным обеспечением эгрегора самым сильным поле, хида же больше работа и ресурс системы людских параметров по количеству души Машрапасрапата имеет преобладание. А именно поэтому Россия занимает самую большую территорию на планете. Где же Мотра Масахан, в том числе и так, да. Благодарю. Добрый вечер. Алиса Шхановская, психологический портрет. Ваше
Режим дуже от хірома дуже басрапат. Це дійсно голограма ресурсної, дуже мошоконно для сознання, більш планетарного рівня системи осознаних существ, дуже роботи хіробасахана. Робоча форма, рівень сервата. Не скажу, що масово пойдет хірома широко робота, але многі системи душі візьмуть для того, щоб розкривати рівень осознаності. Рівень хірома широпата, переходящий четвертого поля. А ведуча Беркина Ірина? І здесь же Мотохан, седьмопланетарне эгрегорное состояние, хида Машрапаса, робота Рапата, инструмент седьмого поля. У меня такой вопрос, более жизненный для третьего плана. И я на самом деле слушаю вас, мне все хочется отлететь, я уже даже стою на носочках. Телепортацию осваиваете, хорошо. Да, у меня вопрос, как развиваться, становиться более глубже, отдаваться энергиям и в то же время выполнять жизненные законы, быть с ними в гармонии. Потому что есть такое ощущение, что чем больше ты познаешь и принимаешь, тем сложнее выполнять элементарные бытовые вещи, соответствовать. Мудежи Матрапада, здесь все просто, хиджи работы Хирмасрамасрапада. Каждый уровень системы планетарного состояния души, даже работы Хана, проходит свой опыт. Хирмасрамасрапада и системе земных программ, даже мощных работы Мада, Дезебата, души, которые проходили земное воплощение, им проще всего существовать. Хирмасрапад, потому что структуры знакомы, Хирмасрахана, голограммы рассчитаны, Рима Шрамасрапасрапада, у них нет рибуш работы Рапада, активного поля для того, чтобы развивать Хирмасрапад, им комфортно в этом состоянии. Хирмасрапад, потому что опыт системы даже мощной работы уже опробован, система активна, это Машрапад. Почему и душам земных программ дается легко домашакона в этом мире существовать. Рима Шермасрапад и Харабад, у них хорошо работают финансовые структуры, Машрапад строится осознанно в состоянии программ, разных проектов, работающих даже ботах, на ресурсных состояний модулей, и их даже работы, их матра Масрапад. Но эти все состояния даются в большей части земным программам. Ринду Хурмо Шермадахана, что происходит с планетарными душами, даже работа Сабат, они же пришли за опытом сюда, Рима Шерапад и Масахана пришли для того, чтобы познавать их, и Масрападахана, поэтому не имеют стабильного состояния. Рима Шермашахан, для того, чтобы познать опыт Масрапад, нужно взять из матрицы разные состояния программ, даже работа Сарапатахида, и пройти этот опыт ресурсного актива, Думашрахан, то есть выработать энергию. Риха тоже будет Ихада, и что происходит с душой? Думашрахода, она берет одну дорогу, Масахана, потом другую, пятую, десятую, и Химашрабад, и таким образом проходит опыт созидания. Рима Шермадахана еще к себе расписывает разные системы кармических связей, Думашрахана более ресурсно пройти, даже будет эффективную работу провести. Лима Трамашрамасрахарабата, Думашрапата, но при этом система сознания, даже будет Ихона при существовании этих полей, Рима Шерапата, этих сценарий, которые заложены в обиходе ваших программ, они дают ресурсное состояние Хида Масрахурбота только в том поле для того, чтобы вы активно проработали Хида Масрахурбота Хада. Но если у вас мало возникает мыслеформы, Дума Шерахурбота Мишерапата Хада, либо вы истощаетесь с этими программами Хида Масрахана, естественно, нужно дополнительные ресурсы для того, чтобы вам активно существовать. Рима Шерапата Пата, ресурсов масса, выданы материалы земных программ, даже работа Масрахурбота Хада. Но ваше сознание рассчитывает именно тот уровень инструментов, на который готовы вы сейчас. Рима Шерапасахана. То есть не бывает того, что Дума Шерахана, ваше вибрационное поле составляет определенный сегмент вибрации Дума Шерапата, а вы берете более ресурсные программы. Такого нет этого заработа во Вселенной в поле. Рима Шерапата. Вибрации работают программы именно те созидания матрицы, которые Дума Шерапата Хадабата активно работают с вами в системе поля. Рима Шерапата. То есть насколько вы ресурсны сами по вибрационному активу Дума Шерапата, настолько считываете матрицы. Рида Жирота Хирама Асрапата. Но события, они прописаны единые. Рида Жирота Хирама Асрапата и Епита. А качество системы прохождения актива зависит только от вашего осознанного модуля Машрапата, то есть от вашего вибрационного актива. Благодарю вас. Еще пару человек вытяну и все. Спасибо. Я хотела спросить, вы сказали, что вы направляете нас, и у меня вопрос такой, и сказали, что основную работу мы должны сделать сами. И, может быть, раскройте, пожалуйста, понятие работы. Рима Шрабата, вы в работе. Дежу Курмота Хирамада, мы в работе, вы в работе. Хирма Шрамашрапата, дежу работы Бада. У каждого свои задачи. Хирма Шрапата, работа системы осознанных существ человеческого резерва заключается в том, чтобы наработать энергополя. Рима Шрамашрапата, поэтому для вас система выстроенных сценариев тоже работа, это работа. Хирма Шрамашрапида, Рапасрахада. Вопрос системы ресурсного состояния вашего качественного осознанного состояния, Дамасрахана, зависит только от вашей вибрации. Рима Шрамашрахана, да, вам дан срок созидания на этих полях Хиджи Машрахоны, вы во временном поле прописаны именно Дамасахана. От того сегмента времени линейного света Машрапата, то, что рассчитывается в ваших голограммах, то Машрапата не больше, не меньше проживете здесь. Рима Шрамашрахона, вопрос качественного обихода зависит только от вас и Машрахана в вашей работе. Рима Шрамашрахона, Хира Масрапата, вам дадут возможности, поля, Дежикана, вам дадут сценарий. Рима Тахур Машрахона, но насколько вы пройдете события в качественном активе Дамашрахана, зависит от вашей работы состояния. Хида Машрахана, от вашего энергополя, от вашего ресурсного состояния программ. Рима Шрамашрахона Хада, а это ваше сознание. Как пользоваться эгрегором православия по-простому и эффективно?
Риндежонда Хиромаса Дижиработы, Мастер Машрапаса Хиробашрапата. Эгрегор достаточно сильный. Он выдал вам массу разных инструментов и носителей для того, чтобы вы существовали, Хида Машрапата. Для чего существовали, чтобы вам помочь. Лихтур Машрамаса Хиробата. В первую по эту же работу очередь это очищение. Рима Шермашахана пополнение. Хида Машрахот и активизация вашего модуля. Рима Шрапата это ваши помощники, которые дают вам возможность Хида Машрахработа активно структурированно и качественно пройти. Рима Шендожи Матра Машрапат. Инструментов выпустили массу Дужу Машрапаса Харбата Пи. Даже работы мада. Молитва слова, Думашакона, храма, Димашрапата Хана. Учителя работают с вами в виде святых. Рих тоже моторепита хана, ангелами, архиангелы, дуже мошрапата. У вас учительская система достаточно активна и полна. Рима Шрамосрапата. Вопрос вашего сознания, насколько вы рассчитываете инструмент тот или иной Думашрапасрапата для того, чтобы применять в работе как систему носителей в этой базе. Рима Шрамасахана, опять же, зависит от вашего уровня сознания. Ондых Машабата. Ваше сознание это все. Дужумота Хирмашипат. Это ваша голограмма, это ваш сценарий, дуже бошрапоты. Но уровень сознания, даже Машрапата, рассчитывает матрицу только до зрупосухона, только того поля Ригмасахана, насколько система ресурсная ваша сама. Римишрамашрахада. Поэтому наше наставление Джижбошрапота Харбасрапитахада и наша направленность настроена на то, чтобы вас повышать в уровне активности Хитамашрамашрапата и Дивзахпата, помогать вам ресурсно существовать, Римишрамасахарбата, находить разные инструменты, способы мышрахода для качественного жития. Риндуха Масрабата Хит Джирбота Масрапида. Поэтому мы вам желаем Масахада, активного босухона развития, Димашрапатахада. Берите разные инструменты. Рима Шрахота Бата, прорабатывайте их, это уже мой шрахурбот. Рассчитывайте сознанием разные матричные коды и Дима Шрахурбота Мада и ресурсно растите сами. Рима Шрамашихана, вы есть Джубота, наша поддержка, наша опора, Хита Машрапата. Каждая душа для нас очень значима, Дых Мастер Мишрапасахана, потому что количество душ, оно даже Матрухона абсолютно одно. Риха Тумашер Мишрапаса Хирабата Хада. А для вашего уровня сознания система Дых Мастер Бошрахурбота Мада работает именно таким образом, что Дима Шрахурбота, наработав поля, проси опыт их Мастерапата. Освоить разные голограммы, в этом суть и значимость вашего активного поля, Машакон заключается в системе этой сферы. Римишер Машрапота Машрапата. Поэтому пройдете здесь опыт, пойдете далее, и Машрахана освоите планетарное состояние. Римотер Машрапата Хирамашрахана. Станете отдельным звеном цивилизации Дамашрахана. Напишите новые программы. Римасрахода, станете творцами миров. Риха это Машрахана. В этом и задача каждой души. Римишер Машрахода, чтобы абсолют существовал, Дамашр Машрапата Хада. Нужны программы, голограммы, Дамашрахана, работа энергии души, даже работа мода в разных систем плотностных форм. Репита, изучайте материал, осознавайте себя, Дамасахана, будьте активы. Рижакана, Рибас, Рожакода. Будьте здоровы и всех благ вам в обиходе.